Дима дома. Именно так озвучил Дмитрий Нагиев свое отношение к СВО РФ в Украине. В своих постах и интервью шоумен старался не комментировать происходящее на востоке Украины. Однако стало известно, что Нагиев, истинный патриот России, правда, свою поддержку родине старается не афишировать. Стало известно, что харизматичный Дмитрий Нагиев поддерживает спецоперацию на Донбассе не словом, а делом. Если патриотка Ирина Аллегрова отправила на фронт 20 полных боекомплектов для солдат, то Нагиев решил не тратиться на покупки и перевел 200 миллионов рублей в поддержку СВО. Правда, об этом решил умолчать, как истинный герой своего времени. О широком жесте Дмитрия Нагиева в пользу родины сообщил режиссер кукольного театра Борис Константинов. Сам актер и шоумен продолжает упорно молчать на эту тему, чем лишний раз вызывает уважение общественности к своей персоне. И актер достойный и истинный патриот своей страны.